Здравствуйте, дорогие товарищи. Сыграем-ка мы в Ripout. Посмотрим, что у нас тут за корабли. Батон. Все не очень. Давайте вот сюда. Пойдем. Так. Команд. Пистолет. Все по классике. Так, вагабонд. Тяжелый корабль. Как называть? Capital Ship. Что-то вроде фрегата, что ли? Содержит трансмиттер, способный пробудить больше контрагентов. Интересно. Давай. Да. Что за фигня? Что за подтормаживание? Не было ж никакого разрыва. Торможение, наверное, где-то. Интересно, есть. Чую, надо стамину подымать. А вот, смотрите. Да, Спайдермен. Сам выглядит более интересно. Интересно, нифига себе такой. Блин, этих монстров только по урону можно понять, что они за спиной. Да, реально что-то подтормаживает, может, из-за того, что самые драйвера были обновлены. Не факт, может, что-то там сзади еще висит. Какие-то фризы, микрофризы присутствуют. А нет, было такое. Просто структура уровня интересно построилась. Да, мне кажется.
спят усталые игрушки, книжки спят. Надо перестроить, конечно. Ты что-то меня как-то вроде как этот паунс есть, но ни хрена не работает так как надо. Что-то есть. На це ничего нет. Наверное, на це приседание, потому что он особо так не нужен. А вот на все остальное. Пустовато здесь, да? Пистолет мне что-то не нравится. Какой-то он такой. Не чувствуется мощи за ним. Честно говоря, после этой игры хочется сыграть в Doom 3. Кооперативный мод. Интересно, так. А, мы отсюда пришли, здесь вот было закрыто.
Окейшки, пойдем дальше. Так, давайте это уже. Вроде не должно быть ничего интересного. Что это за звук такой? Он что-то значит или нет? Ты наш себе? Скотина. Патронов нету.
тоже можно было найти. Честно говоря, не понимаю, в каком месте тут достаточно патронов. О, красава, красава. Дайте мне тогда. О, вот это у вас хорошая вещь. То у меня только пэт. Это единственное, на что я могу надеяться. Давай, иди сюда, красавчик. Бота мы уже посекли. Того бота должны были посечь. Да. О, раптроны, патроны, патроны, патроны. Знаете, я начал немножечко волноваться. Тут внезапно патроны появились. Пипец. Это не, немножко не рассчитано. Это мы там были, там ничего интересного.
апгрейдов не предвидится, я так понимаю. Что за пушка? Я бы пострелял в Акимбо моде. Так, здоровье. Да. Пускай больше отсасывает. Деряшка. Что-то маловато тут двойных. Чуть мы жопа, что будет немножко больше под конец игры. Собственно, там и отвалимся. Ну или не, не отвалимся. Все равно стрёмно. Рипган, да. Не спас. Обратно посмотрим. Yeah.
Блять, а тут еще один ползет. Да вы что, издеваетесь? Бля, да вы просто... Как-то так. Я это специально сохраню для того, чтобы показывать разработчикам, потому что они заебали немножечко. Вот. А как вот так можно спавнить сразу же дохуя, дохуели он толстых товарищей, которые нельзя нормально покоцать, особенно если у них мало этих точек, ну, weak spots эти. Вот. И куда их система, она их тащит в один единственный коридор. Причем у меня автоматическая винтовка не вывозит их. Нету ни пэтганов, ничего нету. Ну вот как-то так. И также заметна вот эта вот проблема с вооружением. Как-то так. Вот.